Михаил Шевляков Доказательство любви Начальнику сыскной полиции нередко приходилось разбираться в курьезных делах. Однажды ночью, например, в управлении сыскного отделения является какой-то мастеровой в крайне возбужденном состоянии и приносит повинную. Убийство совершил. Сейчас же дают об этом знать Путилину, имевшему казенную квартиру тут же при управлении. Примечание. В здании Казанской части на Офицерской улице. Уточним адрес. Сыскная полиция находилась в здании, где размещался третий полицейский участок Казанской части. В доме номер 28 по Офицерской улице. Конец примечания. Такие дела называются особенно важными и тотчас доводится до сведения начальника, который обыкновенно руководит следствием лично. Выходит Иван Дмитрич, на ходу одеваясь в свой кабинет и приказывает вести убийцу с понятыми. На пороге появляется мастеровой, конвоируемый стражами. Путирин опытным взглядом смирил его с головы до ног и пустил в ход испытанный свой прием. Близко подошел к преступнику и ошеломил его вопросом «Кровь смыл?» Тот на колени. «Виноват ваше превосходительство. За что убил?» «За измену, потому как я ее уважал и любил, а она за место взаимности на манер змеи оказалась». Путильного перебил. «Ты пьян?» Маленько выпивший, это точно, но все же душа у меня открыта, и перед начальством всю мою несчастную жизнь могу рассказать досконально. — Ну, ладно, двинись по порядку, говори, как было дело. — Дело очень напростое. Спутавшись, я был с Марфуткой, когда она без места находился. Завсегда ей разные снисхождения оказывал, и даже за ейный угол платил. А потом, как она поступила на место, стала нос задирать и господскому лакею мирвольть. Как про это безобразие от людей я узнал, конечно, шибко рассердился и пригрозил потасовкой. Мою обиду марфутка оставила без внимания, а я, чтобы, значит, не попустить ее до моего огорчения насчет лакея, пожелал вступить с нею в закон. Выходи, Грю, за меня замуж! А она стала оказывать сопротивление моему чувству. Не хочу, — говорит. Почему это такое? — спрашиваю. Мало, — говорит, в тебе образованности и всего прочего. А так, значит, грю ей и взя правду, как молва идет, с лакеем связавшись. Вместо ответа оскалил на зубы да смеялся. Взяла меня злоба. Душа безо всякого спокойствия оказалась. Пойдем-ка, — грю морфутка, — в портерную, чтобы, значит, при полном удовольствии и при паре пива любовь нашу кончить. Отпросился то на у хозяйки со двора, вот к портнихе, и пошла со мной в портерную. Я опять за пивом начал на истинный путь жизни оставлять. Она затвердила свое, не пойду с тобой под венец, да не пойду. Я и на это сказал одно слово. Не пойдешь, так жизнь и тебя лишу. Если, говорит, такой невежа, то лишай. И с портерной пошли в трактир. Выпили вина, она все-таки согласие не дает. Выпившие вина пошли по фонтанке, чтобы освежиться от винных паров. Шли, шли, говорили, говорили. А ей все, выходи, смотри, из меня. Да выходи, она все... Нет, да нет. Разумеется. По своему характеру не перенес такого оскорбления. Схватил его хапку, добыл ты их в воду, стал нажал бы пищать. Я спасение души умолял, а я ей твердость своего сердца доказал. Без всякого внимания ее вопли оставил. — Смотри, может, тебе все это с пьяных глаз померящилось? — сказал Путилин, начиная скептически относиться к рассказу мастерового, в тоне которого не было слышно преступника. — Припомни-ка хорошенько. Может быть, ты морфотку-то не топил? — Как же я-то не топил? — не без обиды ответил мастеровой самым зверским образом совершил убийство. Теперь прошу немедленно судить меня по закону и сослать в Сибирь. — Да тебя, может, оправдают, — заметил Иван Дмитрич, усильно присматриваясь к выражению физиономии убийцы. — Не желаю. — Вот как? — Непременно на кадру хочется. — Беспременно. — Ага. Путилин совершенно успокоился, решив, что допрашиваемый им не преступник, а какое-нибудь психическое явление однако его арестовали. Утром, когда Иван Дмитриевич собрался к передопросу мастерового, ему докладывают, что пришла какая-то женщина и просит освободить арестанта, который в ее смерти невиновен. Привели ее. Кто ты? Марфа Иванова. Жива? Живехонька. А как же тебя жених топил? И не думал вовсе. Он нарочно про себя наговорил, чтобы, значит, на меня страху напустить». Сидит он это вчера в трактире и рассказывает, коль, говорит, ты в замужество не хочешь, так не жить мне промеж честных людей. Пойду, говорит, на каторгу, а тебе заставлю всю жизнь мое привидение чувствовать, как там мучусь с бубновым тузом и в кандалах. — Уж не убить ли ты меня собираешься? — спрашиваю. — Нет, — говорит, — тебя не убью, потому что, может, что одумаешься, а пойду в сыскную полицию и сам себя оговорю что до гробовой доски из каторги не выпустит. После этого разошлись мы по домам, забегаю к нему нынче утром, а он, — сказывает, — дома не ночевал. Я это поняла, и вот к вам. — А почему что ты за него замуж не идешь? Я пойду, а ежели ему согласие вчера на это не давало, так только потому, чтобы он подольше меня просил. — Зачем это? А когда больше просят, так потом больше уважают. Утилин вот приказал ввести арестанта. Увидал тот невесту и повалился в ноги. — Не погубите, — взмолился он Иван Дмитриевич, — не топил я ее, подлую. — Какой же стати ночью на себя то такие страсти наговорил? — Чтобы чувствовала она, какова такая моя любовь есть, каторги из-за проклятущей бабы не боюсь, а она аспет за меня замуж не хочет. Начальнику сыскной полиции пришлось быть невольным сватом. Мастерового он, разумеется, пожурил, а смазливый горничный посоветовал скорее выходить за влюбленного у нее жениха, чтобы он еще каких-нибудь глупостей не наделал. Моментальное сумасшествие В одном из населеннейших домов Вознесенского проспекта проживала старуха, вдова какого-то интендантского чиновника. Жила она одинока, замкнута и с видимым схряжничеством. Прислуги не держала, и в тратах на необходимое была крайне экономно. Все знавшие были убеждены, что она капиталистка. В мрачную в осеннюю ночь 1850 года ее убили. Рано утром об этом происшествии знали все обитатели дома. Но раньше других узнал об убийстве армейский офицер Н, приходивший со самым близким ее соседом. Убийство случайно обнаружил водовоз, натолкнувшийся на раскрытую входную дверь квартиры старухи, обыкновенно державшуюся в надежных крюках и затворах. Прежде чем объявить дворнику, перепуганный водовоз позвонил в соседнюю квартиру офицера и сообщил ему о странном явлении. — У сквалыги-то что-то неладно, — сказал он. Квартира открыта, и никто не откликается. Офицер наскоро накинул на себя шинель, ноги был в сапоги и бросился на место происшествия, предчувствуя драму. Пройдя переднюю кухню, он вступил в ее спальню и наткнулся на окровавленный труп своей соседки. Попав одной ногой в лужу крови, он при возвращении к себе в квартиру наследил. Когда явилась следственная власть, то очень естественно обратила внимание на следы. Офицер, присутствовавший при следствии в качестве понятого, признал, что это его следы. Тоже подтвердил и водовоз. — Хм, — процедил сквозь зубы чиновник, производивший дознание, — странно. — Зачем бы тут быть вашим следам? Он говорил таким тоном, и так подозрительно разглядывал офицера, что тому представилось неминуемое фигурирование на суде в качестве обвиняемого. Офицер упал на колени и начал оправдываться, заговорил бессвязно, приплел какую-то постороннюю историю и еще больше подозрения внушил властям. Его арестовали, но на другой день он был признан консилиумом психиатров помешанным. Впоследствии обнаружился и настоящий убийца, но офицер так и не пришел в память. На всякого мудреца довольно простоты. Случилась крупная кража. Субъект, на которого пало подозрение, скрылся. Сыскная полиция, конечно, приняла за энергичные розыски и пропавших денег, и пропавшего вора. Наконец удалось напасть на след преступника. Имелись достоверные сведения, что он скрывается в маленьком доме своего приятеля в одной из отдаленных улиц Петербургской страны. Решено было сделать облаву, в главе которой выступил сам Путилин. Поздно вечером послышался стук ворота. В доме поднялся переполох. Было очевидно, что поздние посетители напугали обитателей этого дома. Люди с чистой совестью не проявляют такой тревожной трусости. Это обстоятельство, разумеется, не ускользнуло от внимания опытного начальника сыскной полиции. Постучали ворота вторично. Шум продолжался, но никто не окликал посетителей. И только после третьего энергичного стука, когда петли ветхих ворот начали скрипеть, то есть распахнуться без помощи ключа. Со двора послышался грубый голос. — Кой черт ломится? — Впусти! — Что надо? Кто тут? — Полиция? — Нечего нас полиция делать. — Открывай добровольно, не то ворота сорвем. Угроза подействовала. Вошла полиция и агенты сыскного отделения с понятыми. — Что нужно от нас? — спросил их рослый парень, очевидно дворник. — Хозяин уж спит и беспокоить себя не приказывал. Путилин огорошивает его вопросом где у вас тут спрятан вор иван спиридонов однако парень не смутился никого мы от честных людей не прячем и с ворами дружба не водим врешь не веришь обыщи найду так худо тебе будет за укрывательство отвечать станешь небось не отвечу отцепили дома ворота сделали тщательнейший обыск но воры не нашли Хозяин дома крайне сердился за напрасное беспокойство и грозил жалобой прокурору. Путилин недоумевал, хотя был уверен в том, что разыскиваемым человек в данное время был около. Обыскал он двор, все дворовые постройки, но искусно схоронившегося преступника так таки и не нашел. — Не удрал ли он через забор? — шепнул Ивану Дмитриевичу один из полицейских. — Не думаю. — Однако уходить ка один с другим к воротам и сделать вид, как будто уходите. Я попробую поискать его один. Все отошли от Путилина. Он пошел по дворовым закоулкам и шептом говорил Можно выйти. Полиция ушла. Хитрость выручила. Не успел Иван Дмитриевич закончить своей стереотипной фразы возле мусорной кучи, как вдруг в ней послушался шорох. Выходи, выходи. — продолжал Путилин, заглушая голос, как человек, который опасает, что его могут услышать. Из мусора выставилась голова и спросила, — Ушли? — Да, да, ушли, одурачены. дай к мне рук, а то не выползти. Путилин подал ему руку, помог выбраться из ямы, да так за руку его и довел до ворот. Преступник опомнился только после ареста. — Подели! — простонал он, видя себя окруженным полицией. — И на какую простую удочку, — сказал ему в тон пути. Контрабанда До слуха управляющего морской петербургской таможней Н дошло, что проводится немало заграничного товара, неоплачиваемого пошлиной. Обвинение падало на заведующих погаузами, а однажды ему прямо было заявлено, что в каком-то погаузе находится тюк дорогой привозной клеенки, не значащийся в пропускных свидетельствах. — Не может быть! — вспылил Энн. — Такое мошенничество в моем ведомстве невозможно. А если возможно, никого не пощажу. Всех виновных придам суду. Прихватив собою чиновника и опись товаров, управляющий отправился в указанную Пакгаус и самолично стал проверять по ведомости все в нем находящееся. Заведовавшие Пакгаусом спокойно перебирали места, перекладывая их из одного угла в другой, и без опинки давали подробное объяснение всех товаров. Примечание. Место — это всякий предмет в виде ящика, узла, тюка и прочего. Конец примечания. «Не угодно ли присесть, ваше превосходительство?» — сказал один из них, подавая какой-то тюк вместо стула. Управляющий опустился на тюк и продолжал зорко судить за ревизией, которая вскоре была окончена очень благополучно. Ничего лишнего не оказалось, на всех местах красовались пломбы. «Напрасно только беспокоит!» — сердился по себе управляющий. «Я был уверен, что от клевета все в порядке». Перед уходом Энн не скрыл перед Пакгаузнами причину внезапной ревизии. — Мне было донесено, что у вас тут происходят мошеннические сделки. — Помилуйте, ваше превосходительство! — обиженным тоном воскликнули Пакгаузны. — Мыслим ли это? — Я и сам не верил. — Ну уж больно категорически заявляет мне. — Клитас, вижу, мы служим верой и правдой. Нисколько в этом не сомневался, но злые люди заронили подозрение. Даже указали на товар, который будто бы хранится у вот вас здесь, контрабанды. Какой же это товар? клиент Ах, подлецы! — возмущались погаузны. Из чего это они выдумывают? Вот ваше превосходительство, сами изволите видеть, какие на нас небылицы возводят. Если только вы указали человека, нас опозорившего, мы бы его за оскорбление в суд. Нет, нет, этого не надо. Лучшим удовлетворением для вас может служить то, что в другой раз не поверю никому, что про вас не говорили. И управляющий ушел. — Кто это клеенки пронюхал? — удивлялись погаузные, убирая тюк, на котором сидел Энн. — Надо нынче же ее на всякий случай вывести. Непременно. Тюк, заменявший стул для управляющего, немедленно был увезен из таможни. В нем-то именно и заключалась контрабандная клеенка. А на другой день по не ходил анекдот, возбуждавший неудержимый смех, как Энн собственной персоной своей охранял контрабанду. Чужие тайны Существуют чрезвычайно оригинальные профессии, например, хранение чужих тайн. Положим, профессия сопряжена с риском, и принципы ее, представляющие себя шантаж и вымогательство, носят уголовный характер. Тем не менее, хранители чужих тайн живут припеваючи. Они обнаруживаются редко, потому что сама чужая тайна хранит их от неприятностей. Однако один из таких хранителей чужих тайн попался в руки администрации и потерпел возмездие за свою гнусную деятельность сыскная полиция узнала о нем таким образом. Заявляется к Путилину молодая барыня и говорит. «Меня уверяли, что начальник сыскной полиции — человек добрый и честный. Только на основании этого я решаюсь поделиться с ним моим горем». «К вашим услугам, сударыня, чем мог быть полезен? Избавьте меня от хищнических преследований, Н. «В чем выражаются его преследования?» Барыня потупился. — Ухаживает, ревнует, — стал допытываться Путилин. — Нет, он эксплуатирует меня, угрожая разоблачением одной неприятной истории, составляющей мою тайну. Затем просительница пояснила, что после смерти своего чиновного мужа она получает весьма приличную ее пенсию, которая почти целиком помогает Н, случайно посвященную ее тайну. Между тем она ограничена в средствах и, по милости шантажирующего ее Н, доходит до крайней нужды. — А кто Н по своему социальному положению? — спросил Иван Дмитриевич. — Служащий в какой-то конторе. Путилин пообещал добыть о нем сведения и назначил день, когда посетительница должна снова приехать в управление сыскной полиции за ответом. На другой день же было известно, что Н принадлежит к категории темных людей и хотя получает 50-рублевое жалование, состоя конторщиком в одном из цеховых обществ, но живет в 100-рублевой квартире, имея ценную обстановку. Вызывает его в сыскное отделение. Является он, конечно, перепуганный. Что такое? Путилин, встретив его с обычной своей приветливостью и с обычным же умением вызывать виноватую робость, начал расспрашивать. — Вы изволите служить там-то? — — Да. — Ага, я знаю, я все знаю. — Какое получаете жалование? — Пятьдесят рублей. — Неправда ли, какое маленькое? — Да, с мизерной. — Разумеется, трудно жить на такое жалование, да в особенности с семьей, но, может быть, у вас есть какие-нибудь выгодные вечерние занятия? — Да, то есть мне помогают и очень хорошо помогают, иначе нельзя было бы... Платить сто рублей за квартиру, получая всего пятьдесят. Кроме того, надо пить, есть, прилично одеться. — Виноват, — перебивает начальник сыскной полиции. — По какому делу я сюда вызван? — По вашему собственному, — отчеканивает Путилин. — По моему? — удивленно вытягивает лицо посетитель. — Дас по вашему. Иван Дмитриевич взял его за руку, подвел к карте Российской империи и сказал... Выберите к себе заблаговременно новое место жительства. — То есть это как? — А так что ваши приватные занятия заслуживают того, чтобы познакомить вас с местами не столь отдаленными. — Помилуйте, за что? — За хранение чужих тайн. Посетитель оробел совершенно. — Не правда ли? Вы ведь знаете кое-что про госпожу Зет. Сущие пустяки. — Однако, если они заслуживают возмездия страны правосудия, то почему бы вам не поделиться своими сведениями с властями? Или ваше молчание хорошо оплачивается? Признавайтесь-ка. А, — Оно, ну, конечно, я имею за свою скромность, кое-какую субсидию от госпожи Зет, но, как сами изволите сейчас говорить, у меня семья, а пятьдесят рублей жалования — такая ничтожная цифра. Притом и тайна-то пустяшные, так сказать, и интимные насчет одной роковой измены. И вам не стыдно за это помогать деньги с растерявшейся женщины, я не считал это предусудительным. Признавайтесь заодно. Может быть, под гнетом вашего шантажа находится еще кто-нибудь? Видишь, что запираться перед всеведущим начальником сыскной полиции бесполезно, Энн винился. Да! Я храню еще тайну Купчихи, — он назвал известную фамилию, — и тайна банкира В. Тайна последнего имеет уголовный оттенок. Довольно. В будущем по поводу этих уголовных оттенков я, может быть, буду иметь вас в виду. А пока и банкира, и Купчиху оставляю вам для эксплуатации, но за это обязываю под страхом большей ответственности оставить в покое госпожу Зет, а тем более ее тайну. Если вы не сумеете без оплаты хранить молчание, то будете пенять на себя. Посетитель приободрился и стал благодарить Путилина, сначала нагнавшего было на него страха. — Да вы не очень-то рассыпайтесь в благодарностях, — закончил свое внушение Иван Дмитриевич. — Я чувствую, что мы видимся не в последний раз. При другой встрече, помните, другой разговор будет, поэтому... Не лишним считаю, предупредить вас, что следующая жалоба без перемена места жительства не обойдется. Таким образом, госпожа Зет избавилась от эксплуатации кармана господином Н, который, однако, ее тайну стал хранить еще лучше. Продажа Семеновского плаца В Петербург приехал капиталист с целью построить фабрику гнутой, так называемой венской мебели, которая, по его вычислениям, могла быть удешевлена наполовину против цены, существующей на нее в России, как на заграничные изделия. Сделал он публикацию в газетах, что желает купить большой участок земли для постройки фабрики и обширных складов. В день появления публикации капиталисту является весьма приличный господин и предлагает большое пустопорожнее место в центре города. — Отлично! — обрадовался капиталист. — Когда я могу осмотреть его? — Хоть сейчас. — Поехали. Капиталист совершенно не знал Петербурга. Приличному господину это было, конечно, известно. Именно на это он построил свою хитроумную комбинацию. Привез он капиталиста на Семеновский плац. В то время, к которому относится рассказ, на этом плацу еще не был устроен беговой ипподром. Примечание. Ипподром на Семеновском плацу был построен в 1880 году между Царско-Сельским, нынешним Витебским, железнодорожным вокзалом и Звенигородской улицей. Первые бега стояли зимой 1880-81 года. Упоминаемая ниже Николаевская улица была переименована в 1918 году и стала улицей Марата. Залюбовался провинциал просторной площадью. — Который же угол вы можете мне продать? — спросил он своего спутника. — Любой. — Я бы предпочел вот этот указал капиталист на пространство, находящееся между Николаевской улицей и казармой Семеновского полка. — Он дороже других, — предупредил его собственник плаца. — Это ничего не значит. Начали торговаться. Покончили на шестидесяти тысячах за полдесятины. — Дорогонько, по пятьсот рублей за квадратную сажень вздыхал покупщик. По петербургским ценам-то даром, — уверял его продавец. — Пойдите-ка, приторгуйтесь к земле за городом. Не дешевле будет, чем у меня в центре. Я уступаю только потому, что ликвидирую свои дела перед отъездом за границу, где я намерен поселиться навсегда для сбережения своего непрочного здоровья. Ну уж, ладно, по рукам. Тут же на месте условились о заключении купчей крепости на следующий день у нотариуса. Лучше всего, — надумал продавец, — завтра утром я заеду к вам, и мы вместе отправимся к нотариусу. Пожалуй. Капиталисту не пришло в голову спросить у кого-нибудь о Семеновском плаце, принадлежащем казне. Он был очень доволен успешным ходом своего предприятия, и, кроме того, приличный господин не внушал ни малейшего подозрения. Но другой день утром частный владелец казенной земли — с таким же опломбом, как и накануне является к будущему фабриканту, и вместе с ним отправляется на Невский к нотариусу. Подъезжают к подъезду. На зонте, которого красуется большая вывеска, нотариус такой-то, действительно проживавший в этом доме и пользовавшийся большой популярностью. Провинциал был даже доволен, что подает к нотариусу, которого хоть понаслышке, но знал. Помощники приличного господина, оказавшегося завзятым мошенником, поджидали у подъезда жертву. Как она показалась, моментально побежали по лестнице и заклеили бумагой вывеску, имевшуюся над дверьми нотариуса. Мошенник провел провинциала в третий этаж. Там на дверях имелась дощечка с надписью «Нотариус». Вошли. Обстановка канцелярская, столы и конторки. На столе самого нотариуса печати разных форм, большие нотариальные книги, толстые тома законов. Несколько писарей усердно скопят перьями, переписывая какие-то бумаги. Вошедшие отремендовались. Нотариус осведомился, что им нужно, и принялся за составление купчей крепости. Вскоре она была готова. По исполнении некоторых нотариальных формальностей продавец и покупатель подписали бумагу, и второй вручил первому тут же при нотариусе, как при благородном свидетеле, 15 тысяч наличными деньгами, а остальную сумму — чеком на банк. Опять перед выходом посетителей один из конторщиков спустился вниз и снова заклеил бумагой дверную вывеску настоящего нотариуса. Посетители, выйдя на улицу, расстались. Продавец направился в банк за деньгами, покупатель нанял извозчика домой в гостиницу, где его поджидали уж подрядчики. Капиталист благополучно покончил с ними. К устройству фабрики он хотел приступить немедленно, и поэтому через два дня, раньше, чем ходатайствовать о разрешении постройки через городскую правую градоначальство, решил он отгородить свой участок земли забором, начать подвод строительных материалов. Ранним утром на Семеновском плацу появилось несколько подвод с бревнами и досками. Пришли рабочие, принялись было ставить забор. Подошел местный городовой и спрашивает капиталиста, распоряжавшего с работами, что тут затеяли делать. — Огораживаю, голубчик, свою землю. — Какую такую свою землю? — Вот эту уголок откупил я под фабрику. Городовой, недоумевая пожал плечами, однако более не возражал, не представляя себе обстоятельства, чтобы начались с работы зря без законных причин. Делавший служебный обход околоточный надзиратель тоже с удивлением остановился перед созидавшим забором. — Что это? — Теперь забор пока, — ответил строитель, — а потом сооружу фабрику. — Кто это вам позволил? — Средства-с, — улыбаясь, — продолжал тот. — Да, именно средства позволяют приступить к устройству весьма полезного предприятия. Да ведь земля-то казенная, собственная. Как? Да так, купил, вот и все. Как и где вы могли ее купить? Чего вы все удивляетесь? Удивился в свою очередь капиталист. Не верите, если взгляните на купчую? Действительно, форменная нотариальная купчая крепость на участках земли Семеновского плаца. Пожал плечами и околоточной направляясь в участок с докладом к приставу. На место происшествия поспешил пристав. — По какому праву огораживаете вы плац? — По праву собственности. — Откуда вы взяли эти права собственности? — Купил. — Не угодно ли взглянуть на копчую? Пристав взглянул на бумагу. — Кто такой потомственный дворянин Икс? — Владелец всего этого пространства. — Здор! — Вас обманули? — Нет! Конечно, обманули. Это земля казенная. Не может быть. Капиталист сбросился к нотариусу, входит в подъезд и удивляется. Нотариус переехал в нижний этаж. Проводит его в кабинет. Что за диковина? Совершенно другая физиономия. Посетитель подает нотариусу купчу и спрашивает. — Вами заключена эта сделка? Хм, — Нет. — подпись-то ваша, не моя. Как? То есть фамилия моя и печати мои, но поддельные? Стал быть, вы третьего дня наверху не жили? Нотариус отодвинулся. Не сумасшедший ли, мол, нет, не жил. Грабеж, закричал капиталист, среди белого дня ограбили. Произвели следствие. Оказалось, действительно, провинциал попал в руки мошенник. Устававшие над нотариусом квартира была нанята на колонне грабежа, будто бы под коммерческую контору. За нее был внесен только залог, а конторская обстановка была куплена на рынке. И деньги за нее, конечно, уплачены не были. Мебельщик, обрадованный хорошим заказом, должен был подать счет на следующий день. Но на следующий день на его звонки никто из конторы не откликался. Через два дня сломали дверь, и власти проникли в импровизированную нотариальную контору. Капиталист узнал обстановку. Вот, за этим самым столом плакал сон. Подписывали ему условия. Тут я и деньги отдал. На столе нашли поддельные печати, цепь нотариуса и прочие атрибуты, но мошенник, конечно, и след простыл. Исаакиевские леса на сруб. Рабочие леса, поставленные около Исаакиевского собора, стоили казне больших денег. Они делались из хорошего материала, прочного и устойчивого, потому что ремонт предполагался на весьма продолжительное время. Один из рыцарей легкой наживы обратил внимание на эту дорогую постройку, и в голове его сложилась хитромная комбинация, доставившая ему несколько тысяч рублей изобретательный мошенник продал Исаакиевские леса на сруб самому продувному, опытному, ловкому, бывалому петербургскому подрядчику Н. Случилось это таким образом. К ночному сторожу, бодрствовавшему у ворот постройки до полудня, каждое утро стал подходить какой-то пожилой, благообразный господин в дворянской фуражке с красным суконным околышем. Сперва он останавливался перед сторожем только для того, чтобы попросить спичку для раскурки сигары, а потом и для продолжительных бесед. Господин этот усаживался близ мостков и долго расспрашивал сторожа, откуда он родом, как зовут его и всех членов его обширной семьи, сколько получает жалований и прочее. В свою очередь и сторож стал однажды допытываться о социальном положении своего собеседника, на что тот ответил. — Я служащий. Я, брать служу в министерстве. — Ага. А уточком-то, значит, прогулочкой занимаетесь? — Да. Днем гулять некогда и неудобно. На улице тесно и суетливо. Тебе же простор и свобода. Это точно. — А как вас звать, барин? — Имя мое — Иван Петрович. Но только ты меня так называть не смей, потому что я генерал. Ты должен говорить «Ваше превосходительство». — Сторож моментально преобразился. При исполнении благоволения к особе он по старой солдатской привычке вытянулся в струнку и браво произнес «Слушаю, ваше превосходительство! Ну, то-то! -то. Молодец! Вот тебе четвертак на чаишко. Покорно благодарю, ваше превосходительство!» Так прошел месяц. Генерал каждое утро навещал сторожа и, в конце концов, так приручил его к себе, что тот стал ожидать его с видимым нетерпением, а, завидев еще издалека, спешил к нему навстречу. При этом, подлаживаясь к тщеславной натуре доброго барина, он беспрестанно повторял многозначительное ваше превосходительство. В одно прекрасное утро генерал подъезжает в обычный час к Исаакиевскому собору с каким-то толстяком тоже приветливо гаркнул. — Здравия желаю, ваше превосходительство! — А, Никита! Здорово, здорово! Все ли благополучно? — Так точно, ваше превосходительство! поди Пойди-ка проведи нас по лесам. — Слушаю, ваше превосходительство! Такая почетная встреча произвела достодолжное впечатление на толстяка-подрядчика. — Поднялись на леса! Генерал часто повторял, указывая на бревна, доски и прочий строительный материал — Смотрите, что забрелись. Все на подбор, один другого лучше. Да, товар не дурной, — соглашался подрядчик. Хаять не буду. Действительно, каждая щепка на редкость. Когда постройки были осмотрены вплоть до вершины, генерал с подрядчиком быстро спустились вниз, сели на того же извозчика и поехали прямо к нотариусу, где заключено было условие о покупке подрядчиком Н. рабочих лесов у действительного статского советника Поливанова, заведующего ремонтом Исаакиевского собора. Задаток в размере пяти тысяч рублей был же вручен покупателям-продавцу. Через несколько дней к Исаакиевскому собору подъезжают ломовые извозчики и плотники, вооруженные топорами. — Куда вы? — Что вам надо? — остановил их сторож. — Нас прислали леса сносить. — Как сносить? Ведь ремонт не кончен, не наше дело. Поднялся спор, в разгар которого подоспел подрядчик. — Что за шум? Что случилось? — Да вот до лесов нас не допускают. Кто сняет? — Да я ваше степенство, — ответил сторож, — потому от начальства приказа не было. — Как не было? Не может этого быть? Теперь я, хозяин этих лесов, я купил их, вот и контракт со мной в кармане. Не могим знать. А где генерал? Да сто времени их не видно, как в последний раз с вами вместе здесь были. А живет он где? Послать за ним надо. Не могу знать. Как не знаешь. Адрес своего начальства не знаешь? Да какое же они начальство? Они начальство, это просто так, мимо проходящий генерал какой такой мимо проходящий. Подрядчик бросился к церковному старости, поднялась суматоха, сделали заявление в сыскное отделение и начались розыски ловкого мошенника. Ненаказанное мошенничество Кому неизвестно содержание до сих пор нисходящий с репертуара комедии Сухого Кобылина «Свадьба Кричинского». Говорят, что автор воспользовался для типа Кричинского личностью некого Крысинского, весьма недолгое время блиставшего в петербургских салонах 30-х годов и заявившего себя с неблаговидной стороны именно мошенническим подменом в булавке настоящего бриллианта фальшивого. Почти аналогичный случай произошел в 70-х годах. Столь только разница, что Крысинский понес надлежащие наказания, а герой последнего происшествия вышел сухим из воды и юридически был признан невиновным. Он не был профессиональным мошенником, но неудачно сложившиеся обстоятельства заставляли его прибегать к таким предосудительным поступкам, что вскоре после того, как он поселился в столице, его перестали принимать в порядочных домах. Это принудило его проводить вечера в клубах. Он происходил из довольно известной фамилии и в молодости обладал изрядным состоянием, которое, однако, скоро было им растрачено. Не желая расстаться с роскошным образом жизни и не будучи в силах преодолеть страсть к картам, он стал добывать средства к существованию ловкими и даже остромными преступлениями. Один из его клубных партнеров как-то прелестился его чудесной бриллиантовой булавкой. Продайте, сказал он, Энн, она мне ужасно нравится. Роль, это остатки прежнего величия. Я уплачу ее полную стоимость. В сущности, это такая ничтожная вещь, что. О ней разговаривать не стоит, заметил Энн. Ничтожное. Рассуждать, как миллионер? По-моему, от камень весьма дорогой, он редкой величины. Вы меня не понимаете, возразил он, я называю его ничтожным, потому что он фальшивый. Ха-ха-ха! Полно шутить? Честное слово. А ну-ка покажите, я ведь знаток. И он вынул из галстуха свою массивную булавку и передал ее соседу. тот рассмотрев ее внимательно, сказал. — За этот, по-вашему, фальшивый бриллиант я готов платить полторы тысячи рублей. — Цифра очень соблазнительная, но я не могу уступить вам булавки. С нею связаны разные воспоминания. Через несколько дней Энн опять играл в карты с тем же знатоком драгоценных камней. Энн, как всегда, был в проигрыше, и в тот момент, когда игра была в полном разгаре, ему пришлось остановиться вследствие полнейшего истощения средств. Он попросил взаймы денег у счастливого партнера, но тот решительно ответил, «В долг не даю вообще, а во время игры и в особенности купить вашу булавку могу, но как вам угодно». И он колебался. Наконец, после недолгого раздумья, он сказал, «Сколько же вы мне за нее предлагаете? Я уже вам говорил. Полторы тысячи рублей». Но ведь бриллиант фальшивый — это мое дело. Потом не будете в претензии. Не беспокойтесь. Я знаток убытка не потерплю. Ох, я ни за что не расстался бы с ней, но отсчитывайте деньги. Ян вынул булавку из галстуха, с сокрушением посмотрел на нее и, получив полторы тысячи рублей, вручил ее покупателю. При этом он громогласно и внушительно заметил обращаясь к остальным игрокам. — Господа, прошу вас быть свидетелями, что я продал булавку с фальшивым бриллиантом, о чем предупредил милейшего покупателя. Покупатель еще раз взглянул на булавку и, бережно пряча ее в карман, самодовольно улыбнулся. На следующий день вечером он подошел в клубе Кен и взволнованным голосом сказал, что же это, обман, мошенничество, что такое? А ведь бриллиант-то в булавке действительно фальшивый, ведь я вас об этом предупреждал. Но позвольте, когда я рассматривал ее в первый раз, камень был настоящей, чистейшей воды. Это вам показалось? Вы обязаны принять булавку обратно. Нет, не обязан. Так тому же у меня и денег-то нет. Я пожалуюсь на вас. Сделайте должение». Было сделано заявление в сыскное отделение. Путилин пригласил к себе Энн для допроса. — Простое стекло изволили продать за бриллиант? — Нет, — спокойно ответил Энн. — Покупатель заведомо приобрел у меня булавку с фальшивым камнем. У меня есть свидетели, при которых я уверял его, что он ошибается, принимая простое стекло за бриллиант. — Но почему же вы за пяти- или десятирублевую вещь взяли полторы тысячи рублей? потому что он сам предложил мне эту сумму. Я с ним не торговался, на это тоже имеются свидетели. Прекрасно, но согласитесь, что и он мог ошибиться, как это на самом деле и случилось. Но нельзя же пользоваться оплошностью ближнего, нельзя брать тысячи за то, что стоят гроши. То есть как это гроши? Для меня эта булавка по разным причинам драгоценна. Я бы с ней никогда не расстался, если бы не печальная случайность». — О чем я знаю, может быть, он умышленно хотел меня лишить этой дорогой вещи? — Возьмите ее обратно. — День уж и страчены. Допрошены были свидетели, которые единогласно подтвердили, что действительно Энн много раз заявлял покупателю, что он приобрел фальшивый бриллиант. Факта мошенничества нельзя было установить, и Энн был освобожден от преследований. Впоследствии эта проделка обнаружилась. Оказалось, что у Энн была булавка с настоящим дорогим бриллиантом, которым знаток и соблазнился. Когда же речь впервые зашла о покупке, Энн заказал у одного из пригодных ювелиров точно такую же булавку с фальшивым камнем, которую ловко и подсунул при продаже. Ловкая коммерческая сделка Неудачно игра в карты подорвала торговое дело купца М. Торговал он с большой прибылью, честно, солидно, а тут вдруг пришлось изворачиваться. Пошел даже на обманы. И некоторые из них не лишены находчивости, пожалуй, остроуми. Как, например, выручал он свои векселя за половинную цену. Приезжает к богатому фабриканту, у которого пользовался широким кредитом при заборе товара, и говорит — Порасчитаться заехал. — Ого! — восклицает фабрикант. — Уж не разбогател ли? Раньше срока платить начинаешь. Разбогатеть не разбогател, но свободные деньги имеются. Чем так им лежать, да и, думаю, с кредиторами рассчитаюсь. Да и срок-то не за горами. — Ну, ладно, плати. Для оборота лишние рубли не мешают. — Сколько тебе всего-то с меня приходится? Порылся фабрикант в счетах и документах, нашел два векселя и ответил. — Немного. Всего-навсего пятнадцать тысяч. — Ого, сколько прикопилось! По одному векселю пять, по другому десять. Вот пятитысячный я и погашу, как знаешь. По большому в срок получишь, а за маленький получи сейчас. Должник выложил на конторку толстую пачку денег, фабрикант возвратил ему вексель. Бережно спрятав его в бумажник, Энн распрощался и уехал. Но через час возвратился. — А я, брат, передумал, — сказал он, переступая порог фабричной конторы. — Что, аббат, на деньги взять хочешь? — Нет. — Уплачу я тебе лучше по десятитысячному документу. — Твое дело, как хочешь. Торговец достал из бумажника так что выплаченный пятитысячный вексель, подавая его фабриканту, сказал, — вот тебе еще пять тысяч. — Как это пять тысяч? — Деньгами ты пять тысяч с меня уже получил? — Получил. — Да вот тебе еще на прибавку в пять тысяч векселек. — Ну? — Ну, а ты, значит, подавай мне мой десятитысячный. — Это что ж выйдет? — А то, что пять тысяч кредитками до да пять тысяч векселем, составляет в общей сложности десять тысяч, ведь так? — Так. — Значит, я тебе отдаю пять наличными, да пять обязательством, а ты мой десятитысячный возвращаешь. Ну, и расчеты наши выходят в аккурате. Раскинул фабрикант мозгами. Верно, пять да пять всегда десять. Обменялись викселями и расстались. Однако по прошествии некоторого времени кредитор начал соображать, что расчет Н вышел неладным. Рассчитывал, рассчитывал, и пришел к убеждению, что торговец его обсчитал, отобрав от него десятитысячный документ за пять тысяч. Фабрикант наносит визит торговцу. А ведь ты, говорит, меня на пять тысяч обчел. Как же это? За пять тысяч десятитысячное обязательство увез. Вот так так. Что-то за счетчик такой бестолковый. Разочти-ка хорошенько. Пять деньгами, до пять. Знаешь, что дважды пять десять перебил его? бестолковый фабрикант. Да обман все-таки на лицо. Да где же это обман? Ведь я тебе выкупленный вексель дал, да и наличными, а кроме того. Опять фабрикант сбился, а Н на отрез отказался от десятичного долга. Как ловко не изворачивался торговец, однако в конце концов все-таки прогорел. Такой хитромной игрой цифр он обсчитывал многих, пока его проделки не стали известны в коммерческом мире. Остроумная кража. Мошенническая изобретательность очень часто бывает остроумной. Иной раз наткнешься на такую замысловатую комбинацию, придуманную ворами, — говорил Путилин, — что с восторгом производишь следствие. Бывали случаи, что воровское остроумие вызывало благодушное настроение в судьях и благодаря этому сокращались сроки наказания. Вот, например, одна из остроумных краж. Является приличный молодой человек в шляпный магазин и просит приказчика показать ему наилучшую барашковую шапку. Тот показывает. Не дурно, говорит покупатель, но, может быть, есть лучше. Мне бы хотелось иметь шапку мелкого завитка. Приказчик полез на полку. Вот самая лучшая кавказская мерлушка. Покупатель стал примерять, повертелся перед зеркалом и согласился, что шапка к нему и идет и что по качеству она удовлетворительна. Цена? Без запроса 35 рубликов. В это время в магазин входит еще покупатель, очень серьезный господин с со сосредоточенным видом. Мне бы, сказал он, недорогую, но порядочную бобровую шапку. На прилавке появилось несколько картонок. Солидный господин занялся выбором. Одна из шапок пришла само по голове и по вкусу. — Дорога ли? — спросил он приказчик. — Сущие пустяки. Пятьдесят рубликов только. — А сорока целковых недостаточно. Начался торг, во время которого первый покупатель, молодой человек, обратился к солидному господину с вопросом. — Скажите, пожалуйста, идет ко мне эта шапка? Тут у него презрительно взглянул и сквозь зубы процедил. — Да как коровье седло! — Что? — рассерепел молодой человек. — Повторите, что вы сказали. — Я говорю, эта шапка идет к вам, как корове седло. Раздается звонкая пощечина. На нее следует ответный удар по затылку. Схватка покупателей приняла угрожающий характер. На пол полетели картонки шляпы. К дерущимся бросился было приказчик. Его ловким движением руки чувствительно оттолкнул солидный господин. Караул! крикнул молодой человек и опромятью бросился, но уже молча вон из магазина. А, негодяй, струсил! произнес очевидный победитель и побежал за ним. Приказчик тоже выбежал на улицу и с порога своего магазина стал наблюдать за вспыльчивыми покупателями, энергично удалявшимися в соседнюю улицу. Когда они уж совершенно исчезли из виду, растерявшийся приказчик сообразил, что вся драка была комедией. Остромные воры убежали в новых шапках, взамен которых оставили свои поношенные цилиндры. Паралитик Когда-то красовался на Невском проспекте в доме голландской церкви роскошный ювелирный магазин «Рэша». Ряж считался богачом, торговал на славу. Однажды у подъезда его магазина останавливается шикарная карета. На дверях гербы, красоки тысячные, на козлах откормный кучер и представительного вида выездной лакей. Из кареты с трудом вылезает почтенный старичок, его предупредительно поддерживает лакей. Правая рука у старика на перевязи. Ходит в магазин и почти бессильно опускается в кресло. Покупатель, очевидно, важный. Приказчики почтительно вытянулись, а хозяин встретил его поклоном. — Покажите мне, пожалуйста, — начал старик, небрежно растягивая слова, — хорошенькую браслетку для подарка. Хозяин разложил перед ним целую груду золотых браслетов. Покупатель выбрал один из недорогих и осведомился о цене. — Пятьдесят рублей. — ответил ювелир. — Прекрасно. Такой дешевенький именно и надо. Это для подарка нашей гувернантки. Браслет вложили в футляр. — А деньги за него прошу вас достать из моего бумажника, — сказал старик, подставляя ювелиру боковой карман. — Я парализован и правой рукой не владею совершенно, да и левую не могу поднять без боли. — Слушаюсь. Ювелир полез за бумажником. Взял из него ему сумму и выдворил бумажник незнакомца обратно в карман. Покупатель направился было к выходу, но по дороге, заглянув в витрину с бриллиантами, обратил внимание на дорогие серьги. Ах, какая прелесть! воскликнул покупатель с неподдельным восторгом. Покажите их. Показали. Превосходные, продолжал восхищаться паралитик. Я именно такие хотел приобрести к жены. Цена им — восемь тысяч четыреста. Уступите. Сторговались на восьми тысячах. Разоряйте в конец шутливо, — заметил старик, подставляя карман ювелиру. Доставайте снова бумажник и отсчитывайте, что вам следует. Ювелир вторично полез в карман незнакомца, извлек бумажник и вынул пачку денег. Сосчитал — — Четыре тысячи только. — Неужели не больше? — удивился паралитик. — Извольте посмотреть. — Экая жалость. — Ну, что делать? Пошлю домой слугу. Я живу неподалеку отсюда. Позволь себе еще раз утрудить вас. Будьте любезны до конца и напишите записку к жене. Сам-то я не могу. — С большим удовольствием. Пишите так. — Дорогая Тереза. — С подателем всего пришли немедленно десять тысяч рублей. Необходимо сию минуту купил несколько хороших вещей. — Как прикажете подписать? — Не надо, не беспокойтесь. Семен у меня слуга старый, испытанный, я за него не боюсь. Позвали с улицы выездного, терпеливо дежурившего у подъезда ювелира. Паралитик, вручая ему записку, счел нужным сказать своему Семену маленькое напутственное слово. «Поезжай скорее ты и скорее возвращайся. Если у барыни не найдется денег кредитными билетами, то подают бумаги, облигации, что под рукой будет». «Слушаюсь». Минут через пятнадцать слуга возвратился. «Ну что? У барани никаких денег нет, а сгораемого шкафа вашего они открыть не могут. Как же быть? Нужно будет вам самим поехать домой за деньгами». «Ну что делать? Езжу». «Так вы, пожалуйста». — Не убирайте, Серег, далеко, — сказал паралитик ювелиру, направляясь к выходу. — Я за ними заеду через полчаса. Хозяин и приказчики низкими поклонами проводили нового своего покупателя дверей. Семен подсадил расслабленного барина в карету, вскочил на козлы, и рысаки с места рванулись по направлению к адмиралтейству. Вечером, когда Рэш явился домой после запора магазина, жена спросила его, «Почему ты не прислал за деньгами кого-нибудь из своих? А то ведь чужому то я не без боязни отдала». «Какие деньги?» — удивился супруг. «С ума ты, Тереза, сошла, что ли?» «Как какие?» Да ведь ты присылал за десятью тысячами, как вот лакея в голунах. Что ты, что ты? И не думал вовсе ни о каких деньгах, никого я не посылал». Да ведь записка твоя? Ювелир развернул записку и обомлел. Это та самая записка, которую он писал в магазине для паралитика. Что ты наделала? Ужаснулся о а дурачный реж. Ведь нас обокрали. Рука-то твоя. Как же бы я не послал тебе денег, если требуешь? Тут только понял, ювелир, на каких ловких мазуриков пришлось наткнуться? Они не были разысканы, несмотря на то, что за поимку их Рэш предлагал трехтысячную награду, о чем было доведено до сведения публики путем объявлений расклеенных по всему городу. Серьга. У баронессы Энн украли бриллиантовую Серьгу весьма высокой стоимости а это, конечно, было заявлено сыскной полиции. Пока производились поспешные розыски, к потерпевшей является какой-то таинственный господин и рекомендуется агентом сыскной полиции. Баронесса встречает его любезно и спрашивает. — Ну что, ведь вы по поводу пропавшей Сергея, не правда ли? — Да. — Нашлась? — Почти. — То есть как почти? А так что напали, кажется, на след преступника. — Неужели? — где и как у одного рыночника, торгующего подержанными золотыми вещами, нашли сеть по приметам, схожую с вашей? И арестовали ее? Нет. Почему? Потому что не имели положительных данных определить ее, принадлежащей вам. — Какие же положительные данные вам нужны? — спросила баронесса, недумывающая, смотря на сыщика. — Нужна ваша вторая для слечения, с на рынке. Ну, так бы прямо и говорили. Баронесса удалила в свою комнату и через несколько минут вынесла футляр с серьгой, которую посетитель стал усердно и долго рассматривать. — Да, наконец, — проговорил он решительным тоном, — теперь я могу сказать с уверенностью, что ваша серьга найдена. — Как я рада! Сегодня же она будет арестована и завтра вручена вам. Это я захвачу с собой на всякий случай. — Пожалуйста! — и тогда завтра. Агент сыскной полиции галантно откланялся и вышел. Однако на другой день Бронесса напрасно ожидала сиек, они не были доставлены. Прошел третий и четвертый день, о серьгах ни слуху, ни духу. Наконец, на пятый день она сама отправляется в управление сыскной полиции. — Вот, кстати, — говорит Путилин, встречая баронессу на пороге кабинета, — Ваша серьга только что разыскана. Затем достал из письменного стола серьгу и, передавая ее посетительнице, спросил. — Ваша? — Моя. — Очень рад, что мог оказать вам услугу. Благодарю вас. — Но где же вторая серьга? — Как вторая? — удивился Иван Дмитриевич. — Ведь пропала-то у вас одна серьга. — Пропала-то одна, но другую у меня взял ваш агент. — Зачем? — чтобы слечить ее с пропавшей моей серьгой, найденной какого-то рыночного ювелира. Заподозрив в этом мошенническую проделку, Путилин назначил Браной сейчас, когда она на другой день могла увидеть всех агентов сыскной полиции, чтобы указать на визитировавшего к ней. Разумеется, между ними знакомой физиономии не нашлось. По приказанию начальника Сыщи сейчас же приступили к новым розыскам второй серьги но эти розыски были безуспешны. Ловкий мошенник гораздо лучше сохранил следы преступления, чем служанка баронессы, похитившая первую сельгу и платившаяся за это тюремным заключением. Воровская проделка. Воры всегда изобретательны и оригинальны в приемах, это старое правило. Одна воровская проделка, учиненная остроумным рецидивистом, носит совершенно анекдотический характер. Приходит в рыночный трактир человек торгового вида и приказывает подать чаю на двоих. Слуга подал. — Что ж этот приятель не поспевает? — недумывает вслух посетитель. — Ну, может, что задержало? — вступает в разговор половой. — Да это ничего. Завсегда его горячим чаем напоим. Кипятку на кухне хватит. — Дождать-то убрать когда послать за ним можно. А и правда, сбегать к землячок, во второй проезд, знаешь, лавку у Голубева. Это что, золотыми вещами торгует? Вот-вот. Ну и что же сказать? Скажи, что приказчик Иван Петрович скорее шел сюда. — А как сказать про вас? Да он знает, кто за ним шлет. Скажи так, что у меня времени нету. Расторопный слуга бросился исполнять поручение гостя, но едва успел выйти за дверь, как направился к выходу и посетитель. Буфетчик остановил было его. Разве не станет дожидать? Нет, я сейчас забегу только, но спротив в лавку цену узнаю на пошной товар. А если Петров придет раньше меня, пусть обождет. Через десять минут пост мой воротился. Вслед за ним явился в трактир головский приказчик Иван Петров — то меня спрашивал, а они вышли-с, — ответил буфетчик, и велели минутку повременить. Петров, не теряя времени, принялся за чаепитие. Незнакомец же очутился в лавке Голубева и застал там одного мальчика. — А где Петров? — спросил он у него. — Он только что вышел. Кто-то из трактира за ним присылал. Долго он там пробудет? — Не знаю-с. Вот жаль, что не застал. Мне его очень нужно по важному делу. Обождите. Некогда мне. Лучше догони ты его. Проси на минутку вернуться, а я встаю у лавки по караулю. Незнакомец вышел за дверь. Мачуган побежал догонять приказчика, как только он скрылся за углом. Ловкий вор шмыгнул в лавку и быстро, привычной рукой, выкрыл несколько дорогих вещей из витрины. Когда же пришел приказчик... Отвора и запаха не осталось, хотя, впрочем, через день он был разыскан с полиции и понес заслуженное наказание. Случай с митрополитом Исидором Наглость столичных мошенников в 70-х годах дошла до того, что ими был обокраден среди белого дня Петербургский митрополит Исидор. Он был приглашен на освящение домовой приютской церкви, так что отстроенный то что отстроенной каким-то известным благотворителем. В окончании торжества, когда владыка собрался выезжать, Строитель приюта передал ему запечатанный конверт. В нем находилось пятьсот рублей. Преосвященный сел в свою карету и поехал. Но не успел он отъехать и десяти сажен, как догоняет его какой-то невзрачный субъект. И с трудом переводя дух, просит на минутку остановиться. Фарейтеры и кучер придержали лошадей. Что такое? – спрашивает митрополит. Ваше высокопреосвященство, вышла ошибка? Где? В чем? Очень извиняются, что не тот конверт вам передали. И вот предназначенный для вас, – проговорил незнакомец и подал митрополиту новый конверт. Извиниться? Ничего, ничего. А тот ваше высокопреосвященство, пожалуй, обратно. Владыка, ничего не подозревая, переменил один конверт на другой и поехал далее. Но каково же было его удивление, когда, вскрыв пакет, он нашел в нем одну газетную бумагу. А мошенник, конечно, и след простыл. Даже сыскной полиции не удалось его найти. На исповеди. Дело происходило на последней неделе Великого Поста когда число говеющих как, наверное, бывает велико. У священника приходской церкви, укрытого от толпы традиционными ширмами, стояла большая вереница исповедников. Дошла очередь до невзрачного субъекта плутоватого вида. Упал он перед духовником на колени и начал каяться. — Сильно я, окаянный грешен, перво-наперво ворх хотя и по нужде, а все же я многих обмошенничал. А самое-то главное из-за меня, окаянного, безвинные люди подозрения несли и мучились. По этому поводу священник сделал ему научение. — Верно, верно, — соглашался грешник. — Чувствую, что нет мне прощения. Чувствую и обещаюсь исправиться. — А только... Батюшка, отпустите мне еще один тяжкий грех. Я украл часы у священника, да еще при исполнении своих священных обязанностей. Ай-яй-яй. Ай, ай. Укоризно покачал головой духовник и, благословив кающегося, отпустил с миром Бог простит. Но кого же было удивление этого священника, когда он вскоре полез за часами по дрясу, чтобы осведомиться о времени? Он ощупал только остаток срезанной цепочки. Драгоценная резида. Никто не подвергается большей опасности страны грабителей, как ювелир. В их витринах слишком много соблазна для хищнических взоров. Золото и бриллиант — это такой магнит, перед которым трудно устоять рыцарю легкой наживы. И вот чуть не специально для ювелиров столичные мошенники защищаются в изобретении оригинальных способов кражи. Был такой случай, оставшийся без подражания, потому что, как известно, наиболее смелые воровские проделки не повторяются приходит в ювелирный магазин фронтоватый господин, не внушающий никакого подозрения, и просит показать ему кольца с бриллиантами, причем предупреждает торговца, что стоимости их стесняться не будет. Ювелир выставил на прилавок лучшие вещи. Покупатель долго рылся в товаре, осведомлялся о ценах, приторговывался, и, наконец, будто бы не найдя ничего для себя подходящего, направился к выходу. Опытный глаз ювелира тотчас же заметил, что одного наиболее дорогого бриллиантового песня на прилавке не хватает. Ясно, что это дело рук посетителя. Он его, конечно, вернул на одну минуту. — Что вам? — спокойно откликнулся тот. — Не захватили ли вы случайно кольца? Не достает одного? Посетитель возмутился. — Что? Да как вы и смеете? Да я вас, владелец магазина. Снова пересчитал кольца и категорически заявил, — да, с одно кольцо вы его украли. Дело окончилось с появлением полиции и обыском. Ювелир был твердо уверен, что пропавшая драгоценность у Франта, однако при нем ее не оказался. Франт так искренне возмущался, угрожая правосудием за оскорбление, что ювелиру, в конце концов, пришлось долго извиняться перед ним. Случай действительно странный, но с кражей пришлось примириться. Делать нечего. Прошло две недели. Заходит к этому же ювелиру нарядная дама и покупает какие-то безделушки. Вдруг она обращает внимание на чахлые кусти и крезиды, вправленный в простой глиняный горшок, и начинает приходить в неподдельный восторг. «Ах, какая прелесть! Какой аромат! Продайте мне, пожалуйста, этот цветок!» «Помилуйте, сударыня, в любом цветочном магазине найдете массу свежих молодых. Мне нравится этот. Неужели же вы не можете его уступить? Возьмите за него сколько угодно, может быть, это каприз, но я хочу иметь эту резиду. — Стоит ли, сударыня, о таких пустяках разговаривать? Нравится она вам? Ну, сделайте одолжение, берите. Забрав подарок, покупательница ушла. Ювелир улыбнулся ей вслед, не придавая никакого значения ее настоятельному желанию овладеть его резидой. Уже потом, много времени спустя им было... Сообщено сыскной полиции, что в цветочном горшке было зарыто пропавшую у него кольцо. И Франт, и Барони оба принадлежали к воровской шайке, которая была изловлена и которая призналась во всех своих проделках. Искоренение воровства Московский оберполицмейстер Шульгин был назначен на эту должность специально, как ходили в то время слухи для искренения мошенничества и воровства. Приехав в Москву, Шульгин громогласно хвастал, что искоренит это зло, и принялся за него не на шутку. Но московские жулики, проведавшие об этом на первых же порах его деятельности, заявили себя необоримыми и дали о себе чувствительные понятия самому новому оберполицмейстеру. Рано утром подъезжают к дому оберполицмейстера, парные сани с Левреем Лакеем. Леврей Малакей, лихо скачив за пяток в ходе в Швейцарскую, и приказывает доложить Шульгину, что за ним приехали сани от графини Орловой, которая просит его пожаловать к ней сейчас же по неотложному, весьма важному делу. Шульгин, лично знакомый с графиней, быстро собрался, накинул на плечи свою богатую бобровую шинель и отправился. Приехав к графине, обер полицмейстер вошел в подъезд и сбросил на руки сопровождавшего его лакея шинель. Лакей почтительно принял ее и присел на скамейке в прихожей, а Шульгине доложили хозяйки дома. — Чем могу служить? — спросил гость, входя в гостиную и раскланиваясь с графини. — Да не удумевает. — Вы сейчас изволили прислать за мной свой экипаж, — сказал Шульгин, в свою очередь тоже не думая. И не думала, я в ваших санях приехал. Не может быть! Подняли в доме тревогу, бросились к подъезду за санями, но их и след простыл вместе с шинелью. На другой день Шульгин получает по почте безымянное письмо, в котором, между прочим, говорился, — Напрасно вы, ваше превосходительство, с нами ссориться хотите. Будем жить лучше в мире, да лади, никто из нас не будет в накладе. Это обстоятельство сперва обескуражило его, но впоследствии он уяснил смысл письма как нельзя лучше. Жулики посвящали его во все свои тайны, что давало ему возможность в особенно важных делах проявлять необыкновенное проворство и ловкость к открытию преступлений. Этим он прославился как деятельный оберполицмейстер. Странный случай на Садовой улице против Юсупова сада. До сих пор сохраняются незначительные выдолбины в большом каменном доме. В этих выдолбинах ютятся мелкие торговцы, называющие свои помещения просто ларьками, так они малые и непрезентабельны. В одной из этих выдолбин много лет тому назад существовала меняльная лавка операции, которые были достаточно прибыльны благодаря близости рынков. Владелец этой лавки, именовавшийся для краткости Менялы, был человеком аккуратным и ежевечерне, перед окончанием торговли, располагался на своей миниатюрной выручке, пересчитывать деньги, которых обыкновенно к вечеру образовывалось изрядное количество. Однажды мимо этой открытой меняльной лавки проходил бывший студент университета НСКИ, как раз в то время, когда менял и пересчитывал большую пачку кредитных билетов. НСКИ шутя хлопнул рукой по деньгам, находившимся на выручке, и, как ни в чем не бывало, пошел далее. Менял и всполошился. Ему показалось, что прохожий ухватил несколько бумажек. Он стал взывать о помощи. «Держите, вора!» — ограбил подняла суматоха. Молодого человека схватили и припроводили в местное полицейское управление. Вслед за ним явился участок меняла, захвативший свои деньги, которых он не успел пересчитать. — В чем дело? — спрашивает пристав. Меняла передал подробности грабежа, учиненного нагло на людной улице чуть не среди белого дня. Пристав возмутился. Как вам, молодой человек, не стыдно заниматься воровством? Неужели вас не страшит тюрьма и позор? Нужно работать и не посягать на чужой карман. — Ну, позвольте, — перевел он ски. — Прежде чем читать мне наставление, докажите мою виновность. Я ни одной копейки не взял у этого капиталиста. — Знаю я вашего брата. Много вас таких перевидывал. — Не обижайте меня. — Действительно, мой внешний вид не внушает доверия, потому что я крайне нуждающийся человек, но, однако, я не вор. «Э, — Что за рассуждение? — произнес раздраженный пристав и отдал приказание обыскать его. — Обыскали. В одном из карманов нашли всего-навсего одиннадцать копеек. Меняло и недоумевал. Пристав удивленно пожал плечами. — «Должно быть, он успел по дороге освободиться от улик», — сообразил меня — «сумел их незаметно бросить». Пристав предложил ему пересчитать тут же деньги и сказать приблизительную цифру пропажи. Миняло пересчитал грузу кредиток раз, другой и радостно воскликнул. «Все тут, ничего не пропало». Тон разговора моментально переменился. «Тут уж на него», — вознегодовал пристав, — «ничего не пропало». А ты заявляешь о грабеже? Невинного человека порочишь? Да знаешь ли ты, что он тебя за это может в суд потянуть? Ведь за понос и оскорбления в тюрьме насидишься. Менял и струсил, стал прощения просить. Пошел на мировую и вручил Нскому двести рублей. Счастливый и радостный Нски отправился к себе домой, в богую конуру в Коломне, где поджидал его товарищ, такой же бедняк, как он сам они влачили нищенскую жизнь. Одно пальто, один с сюртук, одна пара сапог приходилось на обоих. Когда уходился двора один, другой обязательно оставался дома. У них все было позаложено, и наступал критический момент, но случай выручил. Когда он скивился домой и показал пачку денег, то товарищ от восторга и неожиданности чуть не сошел с ума. Мучимое любопытством он настоятельно стал требовать выяснить источник богатства. Нскому стыдно было сознаться, что нужда довела его до того, что он взял деньги за оскорбление. Он вздумал оделаться шуткой. На дурака напал, сказал Ски, Оказывается, что действительно, дураков у нас непочатый угол. Где? Какой дурак? Что ты, брать, сбрешешь? Знаешь, менялу против Юсупова сада, торгующего в открытом помещении. Знаю, знаю. Ну так вот. Прохожу я мимо него в то время, когда он занимался подсчитыванием денег, и смело сапываю одну из пачек. Конечно, хотел пошутить. Думал, что он заметит и вернет меня, но не тут-то было. Он и усом не повел, вероятно, безгранично богат. Неужели и не заметил? Нет, заметил, но только ничего не сказал. Поглядел ласково вслед, и тем кончилось дело. На другой день товарищ Инскова, поверивший этому нелепому объяснению, пораньше отправился к Юсупову саду и стал поджидать момент, когда меняло примется за обычное пересчитывание денег на выручке. Выбрав удобную минуту, он подкрался к нему и, схватив из груды бумажек одну пачку, спокойно удалился. Меняло высунулся из-за выручки, по костюму узнал вчерашнего незнакомца и крикнул, улыбаясь, «Шалишь, брат!» теперь меня не проведешь. Каково же было удивление Носкова, когда товарищ, явившийся с деньгами, сказал, надрываясь от смеха, — А я твою штуку повторил. Действительно, это меняло дурак. Однако на другой день Путильно было заявлено о мошенничестве неизвестно. Меняло не досчитал с трехсот рублей. Вскоре виновные были обнаружены. Они чистосердечно признались Ивану Дмитриевичу о шалости имевшие такие странные последствия. Отобрав у них 300 рублей, то есть сумму похищенную, Путин не дал хода делу и освободил молодых людей от уголовного преследования. Доброе сердце Ивана Дмитриевича подсказало, что это не преступники. Голь на выдумке хитро. Два провинциальных актера приехали на Великий пост в Петербург и голодали. Ютились они в крошечной промозглой конуре, неподалеку от Николаевского вокзала, в Гончарной улице. В конце поста их положение сделалось безысходным. Перезаложено было все до бритвенного прибора включительно. Из движимого имущества в конце концов у них только оставалось по цилиндру, ватному пальто да по паре невыразимых сапог. Они были изобретательны и, следовательно, сыты. Но пришло тяжелое время, когда иссякла изобретательность. Выдался такой отвратительный денек, повекший их в унынии, что ничуть было не приготовились к голодной смерти. — Что бы такое придумать? — размышляли они, шагая по комнате с угла в угол. — Заложить? — Да нечего. — У кого-нибудь перехватить? — Кругом должны. После весьма напряженных соображений один из них ударяет себя по лбу и торжественно восклицает «Эврика!» «Что такое?» — обрадовался товарищ. «Выход найден!» Меня осенила гениальная мысль. «Какая?» «Подробности узнаешь из результатов. Теперь надо действовать, не теряя ни минуты». «Да в чем дело-то? Как действовать?» «Одевайся и иди к репортеру Игрикову. Он получает много газет». «Ну?» «Возьми у него на просчет старые номера». Не откажет? Скажи, умираем со скуки? Ну? От него отправляйся в первую попавшуюся мелочную и продай их на обертку. Смотри, по шести копеек за фунт платит. На вручные деньги приобрети сахара и булок, а чаю я добуду сам. Товарищи быстро оделись и ушли. Один пошел за газетами, а другой, выйдя на Невский, зашел в чайный магазин известной фирмы и с опломбом отрекомендовался хозяину. Антонов, главный агент и комиссионер Сибирского торгового дома Иванова. Очень приятно, чем можем служить. Мы бы хотели завязать сношение с лучшими петербургскими чайными фирмами. Мы намерены запастись и вашим товаром, о котором много нас слышно и хорошего. Кроме того, наши местные покупатели прямо указывают на вашу фирму и просят снабжать их чаем именно вашей рассылки. Очень рады. — Вольщины, присядьте, пожалуйста. — Благодарю. У меня не особенно много времени. Приступим прямо к делу. — Мой доверитель просит вас как можно скорее прислать им образцы вашего чая. Не можете ли вы дать мне таковые? — С большим удовольствием. — И хорошо сделайте, если дадите мне их сейчас же. Так завтра рано утром я отправляю в Сибирь большую посылку. Кстати, приложил и ваши образцы. — Сию минуту? — сказал хозяин и велел старшему приказчику отсыпать чая разных цен и сортов в маленькие мешочки. — Да вы только, пожалуйста, не перепутайте, — заметил мнимый комиссионер приказчик. На каждом сорте выставьте номер по прескуранту, цену и название. — Слушаю. В общем, образовалось до тридцати пакетиков пробы, которые были аккуратно уложены в корзиночку и запакованы крепко по-дорожному. Изобретательный актер обсулил доверчивому хозяину большие барыши от знакомства с несуществующей фирмой Иванова и ушел. При прощании хозяин шепнул ему, что если это дело уладится, то он сумеет его отблагодарить. — Что? — возмутился актер. — Да вы за кого меня принимаете? — Никогда. Через час горемыки приятели пили роскошный чай с филипповскими булками и сами дивились своей находчивостью. Прошла неделя, чай израсходовался. Удачная проделка с чьей торговцем была повторена в складе другой фирмы. Еще через неделю и в третий. И так этот даровой чай понравился актерам, что они вздумали запастись им на летний сезон. Обошли много магазинов и много набрали пробных пакетиков. В конце концов, разумеется, дошло это до сведения властей. Актеров поймали с поличным и представили для допроса начальнику сыскной полиции. — Господа актеры! — Как вам не стыдно? — сукаризную сказал Путильник. — Ведь это мошенничество. — Не мошенничество, а отчаяние. — С отчаянием можно обмануть раз, в другой. Ведь вы устроили правильно функционирующую чайную плантацию в Петербурге. Актеры рассказали о своем безвыходном положении, которое довело их до предосудительного поступка. Иван Дмитриевич очень ценил раскаяние, и, умея отличать действительных преступников от случайных, дело производством прекратил, не подвергнув виновных никакому наказанию. Один из актеров впоследствии сделал себе блестящую карьеру на сценических подмостках, а другой давно спился, опустился и доходил до нищеты, и, наконец, будучи искореченным конкой, под которую попал в нетрезвом виде, устроен в одной из московских богадельн. Он носит очень известное театральное имя, сделанное его отцом, да и сам он, впрочем, в свое время считался незаурядным актером. Изобретатель Граф М. всегда слыл за покровителя всяких открытий и изобретений. Он очень много тратился на различные усовершенствования, сооружения, созидания, от всего ожидая мирового успеха. Но, увы, ничто не тешило сердце мецената. Граф гнался за славой, а она не давалась ему. Конечно, это раздражало его, и он с большим упорством старался покорить непокорным самолюбие вельможи требовало удовлетворения во что бы то ни стало. Эту слабость не замедли подметить рыцари легкой наживы, эксплуатировавшие его карман самым безостенчивым образом. Они изобретали то, что было уж давно изобретено. Продавали ему такие нелепые предметы, как бы ими придуманные, что после покупки сам граф смеялся над своей оплошностью. Но был один случай, когда над простодушным меценатом насмеялись до того возмутительно глупо, что чаша терпения его переполнилась. Является граф какой-то ученого вида субъект, кудревато растрепанные волосы достигают плеч, бороденка склокочены, сюртук засаленный. С достоинством раскланивается и гордо заявляет. — Я изобретатель. — Очень приятно. Общее уважение к личности вашего сиятельства людей науки побудило меня прибегнуть к вашей просвещенной помощи. Недостаток материальных средств задерживает полет моих мыслей и не дает мне возможности обнародовать одно весьма ценное мое изобретение. Каждый истинно талантливый человек может располагать моим капиталом как собственным. С особым удовольствием... Готов принять участие в вашем труде, но меня интересует, что именно вы изобрели. О, мое изобретение имеет большую будущность. В экономической жизни оно займет одно из первенствующих мест. Объясните, пожалуйста, я придумал способ, благодаря которому всегда можно иметь холодную воду, даже в самых жарких местностях. Это очень любопытно. В чем же заключается секрет вашего изобретения? Это пока тайна. Однако считаю долгом предупредить, что осуществление моей идеи не потребует большого расхода. Ваш аппарат не сложен, чрезвычайно прост. А скоро ли вы можете представить мне первый экземпляр? Да, так скоро, что если, например, вы мне дадите сегодня сто рублей, завтра утром я посвящу вас в тайны моего открытия. Неужели? Клянусь! Меценат вручил изобретателю холодной воды Требуемую сумму, и сказал, что завтрашнего утра он будет ждать с нетерпением. На другой день граф получает по городской почте письмо следующего содержания. Согласно своему обещанию выдать вам секрет моего изобретения, честь имеет доложить, что ежели в сосуд с водою положить пропорциональный кусок льда, то вода может долгое время сохранять низкую температуру. Очевидно, глумляне. Это письмо граф припроводил к Путилину, который деятельно принялся за розыски наглого мошенника. Вскоре он был найден и представлен для допросов к Ван Гничу. Вас ожидает уголовное преследование, — объявил ему начальник сыскной полиции. — За что? — недумевающе спросил изобретатель. — Вы обманным образом выманили у графа Н. деньги, — и над ним же насмеялись, прислав ему наивное письмо. Будучи от рождения человеком честным, я не могу быть заподозрен в преступлении, в ком вы намереваетесь меня обвинить. Как? Разве это не обман выманить сто рублей за мнимое изобретение? Мое изобретение далеко не мнимое. Ну, зачем вы наивничаете? Вас это не спасет. Кому же неизвестно, что лед сообщает охлаждение? Да вот, например, это неизвестно было графу, иначе он не заинтересовался моей идеей. О а свойстве льда, разумеется, он имел понятие, но никогда не задумывался над тем, как это свойство драгоценно. Конечно, ларчик просто открывался, но честь и слава тому, кто открыл его. Ведь вот и до Шварца было известно всем существование угля, серые селитры, однако никто не мог выдумать пороха. Как ни был изобретатель красноречив и убедителен, но все-таки ему пришлось по настоянию мецената понести наказание, хотя и не особенно чувствительное. Где делают деньги? Отъявленный вор сидел в тюрьме, отбывая наказание, и тосковал о свободе. Вдруг в голову его запала идея. — Погуляю, покучу, — сказал он товарищам по неволе. — Да сроку недоверчиво, — переспрашивали те, — в скорейшем времени. — Сбежишь, что ли? — Зачем? — Буду гулять самым честным образом и даже на казенный счет. Кто-то даже рискнул с ним поспорить. — Действительно, вор надумал способ благодаря которому получил дня на три относительную свободу и действительно на счет волю пображничал. Способ оказался незамысловатым заявляет он тюремным начальством, что будто бы знает одну преступную тайну, которую можно поведать только сыскной полиции. Сообщили относительно этого Путилину. Путилин приказал доставить этого молодца к себе для личного допроса. Доставили. — Ну, что имеешь мне сказать? — — спрашивает начальник сыскной полиции, предвкушая раскрытие какого-нибудь сложного преступления по какому-нибудь исключительному случаю, ускользнувшего от бдительного внимания властей. — Я знаю, где делают деньги. Иван Дмитриевич насторожился. — Где? — Да уж знаю. — Кто? — Многие. Всех не упомнишь. — Как же ты их можешь указать? — Очень просто. — Встречу и укажу. — Уговорились так, что вместе с вором в поиске отправится один из агентов, которому тот и обнаружит ведомых ему преступников. Впрочем, помимо агента, для надзора за самим доносчиком был прикомандирован переодетый полицейский. Только вот мое первое его словие заявил вор Путилину, чтобы исправлена была одежда моя, потому что я очень пообносился. Да, кроме того, может, в хорошие места заходить придется, да только в чистом платье допускают отвели его на рынок и переодели. Затем он с агентом начинает переходить из трактира в трактир, всюду угощается и не задумывается перед заиздержками. За все по поручению начальника расплачивается, конечно, агент. Вечеру, когда добрая половина питейных заведений им была обойдена, вор сказал своему спутнику, неоднократно уж выражавшему нетерпение. — Ну, что делать? Как на зло никого не повстречали, может быть, завтра посчастливится. На другой день снова началось трактирное мутарство, но так же безуспешно. — Уж не Урал ли ты, — усомнился агент. — Кажется, напрасно вводишь нас в заблуждение. — Жизнь мне надоела, что ли? — ответил доносчик. — Знаю те, что за клевету и обман полагается наказание. На третий день стал сомневаться в нем уж и сам Путилин. Призвал он его к себе и говорит... Если ты сегодня же не найдешь преступников, плохо тебе будет. Так ты и знай. Да уж коли сказал, что укажу, где делаю деньги, так ухожу. Пьянствуешь, только шатаясь по трактирам. Это ж так беспременно следует, чтобы найти, кого нужно. Через день терпение Путилина истощилось. Он было приказал водворить обратно в тюрьму Ловкача, но тот категорически заявил нет уж ваше превосходительство пока не покажу место где делают деньги в тюрьму не пойду я слава тебе господи не подлец какой нибудь и начальству облыжничать никогда себе не зазволю врешь ты все ничего ты не знаешь у коли такое недоверенное мой счет то нежелательно вам персонально со мною поехать на фонтанку сейчас же укажу поехал с ним сам путилин Другин расспрашивает его, кто же делает деньги. Разный народ. Есть и простые, есть и чиновники, и генералы тоже. Много там разных сословий. Подъезжают к египетскому мосту. Завидя здание заготовления государственных бумаг, вор указал на него рукой и серьезно сказал Путилину, вот где делают деньги ваше превосходительство. Такой. Неожиданный финал так смутил Ивана Дмитрича, что он не знал, чем закончить эту неосторожную шутку тюремного арестанта. Однако она прошла без всяких последствий. Шапочное недоразумение Однажды является к Путилину солидный господин с выражением испуга на лице, и рекомендуется провинциалам, приехавшим на короткий срок в столицу по делам. — Чем могу служить? — спрашивает Иван Дмитрич? Меня направили к вам из полицейского участка, где я хотел бы сделать заявление о странном явлении. — Объясните. — Меня кто-то мистифицирует самым необыкновенным образом. — Представьте, изо дня в день я приношу домой в своих карманах массу различных предметов. Кошельков. — бумажников, сигаров, носовых платков и прочее. Как все это подает ко мне, я не могу себе представить. История таинственная и непостижимая. Кошельки, бумажники с деньгами и даже с деловыми бумагами. Давно ли вы проживаете в Петербурге? Да неделю. А когда началась нагрузка ваших карманов? Сегодня третий день. Да вот, кстати, не угодно ли вам удостовериться наглядным образом в правдивости моих слов? Провинциал опустил руку в карман своего пальто и вытащил несколько шельков. Я вышел из дому совершенно порожними карманами, прошел через гостиный двор по Невскому до вас и, как видите, с большой прибылью. Русский ликок на минуту задумался и после небольшой паузы воскликнул. — Вы имеете дело с мазориками? — они принимают вас за своего. — Как ужаснулся провинциал! Неужели моя наружность сносит такой преступный отпечаток? — Успокойтесь. В этом лежит какое-нибудь недоразумение. Или вы на кого-то похожи из них, и они в попыхах вас обознаются? Или у вас имеется случайно какой-нибудь их условный знак, очень часто, однако, изменяющийся? — Я вот весь на лицо, — произнес провинциал, позируя перед Путильным рассмотрите, что во мне есть подозрительного. Кажется, ничего такого, действительно. Однако расскажите, всегда ли, то есть каждый ли ваш выход из дому сопровождается такими результатами? Вот только вчера вечером, во время пребывания в семейном саду, этого не было, а то постоянно. Вчера же явился я домой не только без добычи, но даже лишился собственного портсигара, очень искусно выточенного из жакета. — Ага. Могу вас утешить. Не ваша наружность смущает петербургских карманников. Для меня становится очевидным, что вы носите или имеете при себе что-нибудь, служащее мошенникам последним паролем. Путилин не ошибся. Когда он стал подробнее расспрашивать посетителя то оказалось, что в увеселительном саду он был в шляпе, а не в той фуражке, приобретенной три дня тому назад, в которой он фланировал по людным улицам столицы и в которой он явился в сыскное отделение. Иван Дмитриевич эту фуражку, по-видимому, имевшую условное значение воров, оставил у себя. В тот же день он в ней совершил прогулку по тесным проходам гостиного двора и нашел в своих карманах Несколько украденных вещей, но, однако, ни одного вора поймать он не мог. Несмотря на свою ловкость и опытность, они оказались даже не менее ловкими. Узнав, где куплена провинциалом эта фуражка, Путилин произвел следствие и обнаружил, что какие-то неизвестные лица принесли в шапочную мастерскую, помещавшуюся на Екатериинском канале против Казанского собора, собственной материи, и приказали шить по собственному же фасону несколько десятков фуражек. Из оставшегося клочка матери шапочник сделал лишнюю фуражку, которую и продал отдельно тоже неизвестному лицу. На другой же день больше половины карманников была переловлена, их забирали прямо по фуражкам. Путилин задумал еще раз совершить прогулку в мазурнической форме, на этот раз его надежды схватить кого-нибудь с поличным не увенчались успехом. Возвратя же домой нашел в кармане одну лишь лаконическую записку. Не проведешь, шалишь. Довольно уж какой-то мошенник попользовался нашим добром. Поработали для него три дня. Довольно? Пусть будет нашим наказанием, а тебе не попадемся. И точно. Другая половина жуликов вовремя сбросила с себя в предательскую фуражку. Находчивость. Тимошов в бытность свою министра внутренних дел каждое утро совершал небольшие прогулки, только погода благоприятства. Обыкновенно же он заходил в Екатеринский сквер, что возле Александринского театра, садился на скамейку и читал газету «Голос», которую всегда покупал у газетчика на Невском. Министра постоянно сопровождали маленькие собачки его, неизменные любимицы. Вдруг голос чем-то провинился. Тимошов наложил запрещение на розничную продажу. И, совершенно об этом забыв, подходит в урочный час на Невский газетчику, который был долгое время поставщиком его, и произносит свою стереотипную фразу. «Сегодняшний голос». Газетчик спокойно отвернул полу кафтана, достал с кофта потайного кармана требуемую газету и вручил ее знакомому генералу, который мимоходом поинтересовался. — Почему у тебя так нынче далеко запрятан голос? Газетчик с сокрушением махнул рукой. — Опять запрещен. — А я и забыл, как то смешался министр, и не без удивления спросил торговца. — Как же ты им торгуешь, если он запрещен? — Известное дело, как из-под полы, и то для знакомых господ только. — Тимошов пожал плечами и отошел. В тот же день петербургский градоначальник Трепов получил из Министерства внутренних дел официальные замечания о недостаточности надзора над газетчиками. Не разбираясь в правых и виноватых, Трепов, недолго думая, обрушился по обыкновению на первого попавшегося на глаза ему Путилина, вместо того, чтобы учинить взыскание с инспекторского надзора. Иван Дмитриевич не стал оправдываться, спокойно выслушав заведомо напрасное обвинение вспыльчивого начальника. Он придерживался мудрого правила лучше поскорее перед начальством отличиться в деле, чем тратить время на бесполезное оправдание хотя бы и в чужой вине. И, разумеется, отличился на другой же день. Но это отличие было построено на удивительно остромной комбинации. Путилин поручил самому ловкому помощнику своему выкрасть как-нибудь одну из любимых собачек Тимошова, Но, например, во время утренней его прогулки. Помощник оказался на высоте призвания. Собачка министра утром же была в руках Путилина. Тимошов, конечно же, о пропаже дал знать полиции. Полиция поспешила сообщить о заявлении сыскному отделению. Под вечер Путилин был у министра и лично вручил ему пропавшую собачку. Разумеется, Тимошов пришел в восторг от бдительности сыскной полиции, много удивлялся такому необычайно быстрому розыску и вскоре при встрече с Треповым благодарил его за организацию такого идеально исправного учреждения, как сыскное отделение, что и требовалось доказать. Эксцентричная дама. Под вечер зданию казанской части подъезжает карета, запряженная заводскими рысаками. Выходит из нее шикарная молодая особа и спрашивает. «Может она видеть по весьма нужному и спешному делу начальника сыскной полиции?» «Можете», — отвечает ей. Через несколько минут выходит в приемную Иван Дмитриевич. «Чем могу служить?» — спрашивает. «Ах, я в ужасном положении! Вы должны меня спасти!» «В чем дело?» Скажите спокойно, не волнуйся. Поручик Кен пригрозил убить меня сегодняшнюю ночь. Вас за что? За то, что я откровенно призналась ему, что наш двухгодичный роман ужасно мне прискучил. Он заподозрил меня в измене, стал проявлять резкие симптомы ревности, и, наконец, до сведения моего дошло, что он решил меня убить, и именно нынче ночью. — Чтобы предотвратить это несчастье, — размышлял Путилин, надо учредить за поручиком надзор. Затем спросил посетительницу. — Вы не знаете, где в данное время находится Энн? — Не знаю. — Хм, что, -то он должен явиться к вам на квартиру? — Конечно. — Вы можете не открывать ему дверей. Он не поцеремонится и выломает их. — В таком случае не можете ли вы ночевать где-нибудь в другом месте у знакомых, что ли? — Помилуйте, это так неловко общество станет догадываться, моя репутация может поколебаться. Отцепить вашу квартиру полиции? О, это скандал, это невозможно. Как же спасать вас иначе? Пришлите мне на квартиру агента, пусть он явится моим телохранителем. В случае, если Энн и вздумает позвонить, то, услышав мужской голос, непременно отступит. Насколько это кажется целесообразным, не знаю» сказал Путилин, выражая голосом сомнений. — Но если вам кажется достаточным присутствие одного агента, он к вашим услугам. Иван Дмитрич позвонил сторожу, которому приказал позвать к нему дежурного чиновника. Тот является. Путилин передает ему вкратце суть дела и поручает последовать за встревоженной барни. Она забирает свет чиновника в карету и везет домой. Обстановка ее квартиры оказалась роскошной в столовой был сервирован чай на две персоны в котором часу приблизительно должен явиться к вам н поинтересовался агент какой н да вот который убить вас собирается с какой же стать он придет с Ева, совершенно не знаю как не знаете вытащил глаза сыщик сами же вы в сыскном отделении говорили что он обещался нынче прийти сюда чтобы вас убить это я пошутила сидела вечером одна дома, стало скучно, я отправилась к Путилину, сочинила ему целую историю, чтобы взглянуть, что из нее может выйти. Сычка так руками развел. Зачем же это вам было сочинять? Вы могли взбудоражить всю полицию, да Н под какую-нибудь неприятность подвести. Охота вам разбираться в шутке взбалмошной женщины. Ведь не повери что вам быть у меня в гостях неинтересно. Это был такой веский аргумент, против которого возражать было трудно. Агент и не возражал. Отрядив агента к даме, Путилин, однако, сделал распоряжение относительно того, чтобы возле ее дома дежурили переодетые чины полиции, но они, казалось, напрасно томились до полуночи. Все было тихо и благополучно. На другой день Ивану Дмитриевичу был доставлен от барыни пакет с запиской. — Покорнейше прошу, — писала она, — передать присем прилагаемые сто рублей агенту Иксу, за беспокойство и усердие. Вот с какими курьезными личностями приходилось иметь дело с искном отделением. Искус. В наше оскуделое время все разменено на мелочь. Так говорят пессимисты, и они относительно правы, в особенности же если принять во внимание тот поголовный, бессердечный, черствый эгоизм, который так грубо вытеснил из современного человека добрые чувства и жалость, и таким образом унизил и опошлил его. Даже любовь эта дорогая, хорошая частица человеческой души утратила свое великое и бесконечно прекрасное значение, которым она почетно пользовалась во все времена сознательной жизни. Теперь и она, за редкими исключениями, не изведена до степени ли физиологической потребности или, еще печальнее, безобразной продажности. Пессимисты идут дальше и недоверчиво относятся даже к материнской любви. Они находят ее в большинстве фальсифицированной, декоративной обстановкой семейной жизни, часто зиждущейся только на хороших отношениях. И опять-таки они беспощадно правы. Нам ежедневно приходится сталкиваться с возмутительными сделками совести и сердца эгоистичных родителей, воспитывающих своих детей в духе времени. Впрочем, наивные люди припишут это неопытности, неумению, но никак не упрекнут современных отцов и матерей в равнодушии. Между тем эта грустная родительская распущенность имеет такое неотразимое влияние на будущих граждан, что прямо становится страшно за человека. Должно любить своих детей, и только тогда, возможно, благоденствие, иначе это цепь ничем не искупляемых бед и огорчений, это вечное раскаяние и нескончаемые упреки должна любить своих детей и беречь их слезы для того, чтобы они могли проливать их над родительской могилой. Один из редких образцов материнской любви и искренней, беззаветной любви имел место в Анском воспитательном доме. Молодая девушка из хорошей дворянской семьи полюбила негодного человека, то есть современного молодого человека, пустого и эгоистичного фразера и шаркуна. Роман их был непродолжителен. Когда она почувствовала себя матью, он поспешил ретироваться и таким образом предусмотрительно избавил себя от неприятных последствий, которые неминуемо испортили бы его хорошее расположение духа. Оскорбленный и возмущенный до глубины души, она скрылась от своих, однако предупредив их в избежание розысков, скандала, что временно ей нельзя оставаться в их доме, она была понята и отпущена. Недостаток материальных средств принудил ее ютиться в маленькой комнате, неудобной, сырой и холодной. При появлении на свет ребенка ей стало совсем не под силу присмыкаться в этой отвратительной конуре, Лучшего уж помещения она иметь была не в состоянии. Между тем, ребенку серьезно угрожали неудобства квартиры. Беспредельная любовь к детищу заставила ее, едва она подняла содра болезни, отнести ребенка в воспитательный дом и самой наняться в кормилице. Вот она страшная драма. Она не имела сил расстаться с первенцем, напоминавшим ей многое и счастливые моменты зарождавшейся любви, и горькие разочарования, и беспредельные страдания. Люди, сочувствовавшие ее положению, рекомендовали ей поступить на место куда-нибудь в контору, в гувернантки или просто продавщицей в магазине, а ребенка отдать на воспитание в деревню. Но она и слышать не хотела об этом. Ей была непонятна мысль расстаться с тем, что составляла частицу ее было ее утешением, надеждой и упреком. Материнские чувства в ней были слишком велики. По существующим порядкам в воспитательных домах ей дали накормление ее собственного ребенка. Вырядилась она в пасконный сарафан и была вполне счастлива, но, увы, очень недолго. Вскоре наступили для нее тяжелые дни испытаний, которые она сначала решилась было терпеливо выносить, во имя любви к дитяти, но не смогла осилить себя и к ужасу своему отступила. Над ней беспощадно издевались мамки, смеялись над ней открыто, награждали различными кличками вроде «дворянка», «белоручка», «барыня» и взваливали на нее все самые тяжелые работы, которые отчасти лежат на кормильцах. Так, например, заставляли мыть полы, выносить ссор и так далее. Ей... Не было покоя ни днем, ни ночью. Все ее помыкали, и всякое старалось наделать ей как можно больше неприятностей. Все эти издевательства объясняются просто. Деревенские бабы, постоянные кормилицы воспитательного дома, создали себе из этого профессию. Они боятся за свои насиженные места, и каждую новенькую, как а отбивающие у них хлеб стараются отсадить. Вот и все. Она долго крепилась, но, наконец, не выдержала этого ужасного искуса и ушла. Ей удалось выхлопотать разрешение посещать ребенка ежедневно, но и это утешение было, опять-таки, непродолжительно. После известного промежутка времени его отправили по обыкновению на Выкормку в деревню, и оттуда через несколько дней пришло известие о его смерти. В тот же день и несчастной матери не стало на свете. Все это в подробностях было изложено в ее записках, которые поступили по ее смерти в архив сыскной полиции. Роковое совпадение. Церковные сторожки много лет ютился старик, исправлявший обязанности привратника. Знакомые богомольцы отделяли его медиками, которые он припрятывал на инвалидность. Однажды он решился израсходовать двадцать рублей на покупку нового пальто. Старое сильно истрепалось, лет пятнадцать не видел на ремонт. У сторожа этого был знакомый человек из мастеровых, с которым он дружил и водил компанию, праздник после обедней бывал с ним в трактире и угощался чаем, а нередко даже заходил к нему на квартиру, чтобы проведать. Как-то приходит к старику мастеровой и просит на одевку новое пальто. Нынче на именины зван к кому, так желательно почище одеться. Ну что ж, согласился старик, я с удовольствием, как ты его не порви или не загваздай. Ну вот что, возразил мастеровой. Нечто я не знаю, что вещь новая. В цельной сохранности завтра утром доставлю. Будь благонадежен. Старик снял с гвоздя свое новое пальто и отдал его своему приятелю. Тот быстро снял себе свое старое и дырявое, сложил его комком на сундуке и облачился в новое. Старик его проводил, закрыл за ним дверь, и так, как время было вечернее, вскоре лег спать. Утром рано обнаружено было убийство. Старика нашли в сторожке мертвым. В обстановке, указывавшей на цель грабежа, все перерыто, разбросано, замок у сундука взломан. Что именно похищено, никто не мог указать, потому что никто в точности не знал имущественную наличность покойного. Таким образом, следственное производство было затруднено. Но вдруг один из понятых заявляет следователю — Пальто нового нет. Старик намедни исправил себе теплую одежду. Наткнулись на драную одежонку мастерового. Это чё бы такое было? Следственная власть начала было торжествовать, очевидно, напали на след, начались розыски. Обнаружить приятелей убитого старика было, конечно, нетрудно. нашли мастерового и с уликами на лицо. — Откуда у тебя это пальто? — Мастеровой повалился в ноги. Я и богу не трогал старика. Пальто, хотя и его, но он мне дал его в одолжение одеть на вечер, когда я к кому на именины ходил. Мастерового, разумеется, арестовали. Показывали ему его драное пальто, найденное в сторожке. Он его признал своим. Всем было ясно, что сторож убит непременно этим мастеровым, воспользовавшимся и сбережениями убитого старика его новым пальто. Однако, как мастерового не пытали, а в преступлении он не сознавался. Стоял на своем, что знать ничего не знает. Следователь ему доказывал, если ты не убивал старика, то почему ты не явился на другое утро и не заявил о том властям, что брал у сторожа на поддержание пальто? Боялся, не хотел впутываться в дело. Так неужели ж ты думал, что тебе удастся это скрыть? Если ты действительно не виноват, так это еще хуже, ты сам на себя навлек подозрение. Дальнейший ход дела также складывался не в пользу обвиняемого. Уже вскоре должен был состояться суд. Из к делу лиц почти никто не сомневался, что мастеровому не миновать Сибири. Однако справедливость восторжествовала. Утилину удалось поймать какого-то мелкого воришку, выданного полиции его товарищем, желавшим, благодаря каким-то хитромным комбинациям, отделаться таким образом от наказания. Воришка возмутился предательством товарища и, в свою очередь, выдал его, как действительного убийцу церковного сторожа. Когда мастерового отпустили на волю, посадив на его место действительного преступника, он запил горькую и сделался бродяжкой. Несколько раз уличался на мелких проделках, и когда подал к Путилину для внушения, всегда горько жаловался на судьбу. — Как тебе не стыдно бездельничать! — усовещивал его Иван Ильич. — Мог бы работать. Ты, слава богу, знаешь ремесло. — Нет уж где мне, — печаловался пропащий человек. — Видно, у меня судьба такая. Все равно чуть понизонапрасну в каторгу не ушел. Так это роковое совпадение обстоятельств и загубило несчастного. Подарок на память Утилин рассказывал чрезвычайно интересный случай и жизни императора Николая Павловича. В старое время славились театральные маскарады, устраивавшиеся в Большом театре. Они процветали и посещались лучшим петербургским обществом. Сам государь нередко посещал их и был близким участником искреннего веселья, царившего в пестрой толпе присутствующих. Николай Павлович, как известно, вообще был доступен и прост в обхождении. Но во время маскарадов, в особенности, он не любил никого стеснять своим присутствием. К совершенно свободно подходили маски и беседовали. Он охотно вступал в разговор с незнакомыми и был очень доволен, если встречал веселых, остроумных собеседниц. Несомненно, многие из масок, удостоившиеся милости у внимания императора, кичились этим, а некоторые даже извлекали существенную пользу. Однажды, например, ловкая и элегантная маска своим увлекательным разговором до того заинтересовала государя, что он, проговорив с ней довольно долго, спросил ее, не желает ли она чего-нибудь на память о приятно проведенном для императора вечере. — Вы слишком милостивы, Ваше Величество, — отвечала Маска, — я так счастлива вашим вниманием, что, наоборот, желаю просить вашего позволения сделать мне самой Вашему Величеству подарок на память о сегодняшнем маскараде. — От души приму, — ответил государь, улыбаясь, — но только мне и интересно, что ты можешь мне подарить. — Со мной этого подарка нет. Я буду просить позволения прислать его завтра вам во дворец. — Прекрасно. — Пообещайте его принять, а также пообещайте сделать распоряжение, чтобы он был вам доставлен без задержки. — Об этом не беспокойся, милая маска. — Присылай, и он будет у меня, поверь, я его сберегу. Каково же было удивление императора, когда ему на другой день в виде подарка было прислано трое малюток детей, судьбу которых неизвестная вручала его безграничной доброте. Государю так понравилась эта шутка, что он принял участие в этих детях и приказал определить их в институт на его счету. Психология. Как просто, психологически просто попадаются иногда преступники, доказательством чего может служить следующий факт. В богатом доме Н. Их, известных в 60-х годах театралов, был принят молодой человек З., которому очень симпатизировал хозяин дома. Когда у Энвых устраивались домашние спектакли, Зет всегда принимал не участие в качестве исполнителя и считался весьма способным актером. Зная его в продолжении пяти лет, он, увы, составили о нем настолько хорошее мнение, что когда он сделал предложение их дочери, то неохотно согласились назвать его зятем. В то время, когда Зет был женихом, ну, праздновали какое-то семейное торжество. Было много приглашенных, оживленные танцы затянулись за полночь. После ужина, когда гости из столовой снова перешли в зало, Зет начал прощаться сначала с хозяевами, потом с гостями. — Куда вы удерживали его хозяева? — Повеселитесь? — Не могу. — Завтра утром у меня дела. — Ушел. — На другой день... Ну, в не нашел на своем письменном столе в кабинете массивного золотого портсигара. Начались тщательные поиски. Нигде нет. Пошли догадки, соображения. Первое подозрение пало на одного военного, впервые посетившего дом новых. Все остальные же были очень хорошо знакомы для того, чтобы обвинить кого-нибудь из них в воровстве. На прислугу тоже трудно было подумать, потому что это были старые, испытанные люди. Проведя в напрасных поисках пропавшие вещи целый день, Анва решил на другое утро заявить о происшествии сыскную полицию. Простите меня, Барин, сказал старик камердинер, если я позволю себе доложить вам о своей догадке. Говори, портсигар взял. Никто иной, как Зет. С ума ты сошел! накинулся на него хозяин. Как же можно ее подумать? Он вхож к нам пять лет. Кроме того, это наш будущий родственник. Может, ошибаюсь, конечно, но только по всем признакам это так. — Что такое ты заметил? — Говори. Вчера, уходя, З. дал мне на чай два рубля. — Ну так что ж? А между тем, вот уж сколько лет он к нам не ходил, а только в большие праздники давал полтинь. Кроме того, опять мне удивительным стало, что он перед уходом, когда все гости оставались, ко всем прощаться подходил. Господа обыкновенно, ежели раньше других уходят так потихонечку, чтобы никто не замечал их, не нарушают, значит, веселье. А этот, по-моему, нарочно показывал, что уходит, чтобы не подумали потом на него насчет пропажи. Это психология Камердинера заставила призадуматься барин. А что, если так? Энна на другой день, ни слова не говоря, домашним отправляется к Путелину и сообщают ему о пропаже, и, кстати, приводит психологию своего камердинера. А что вы думаете, — говорит Путин? очень невозможно, что ваш лакей прав. Иван Дмитрич со свойственной ему ловкостью в тот же день обнаруживает, что действительно портсигар Нва похищен женихом его дочери З. Когда тот приехал к нему вечером осведомиться о результатах розыска, Путилин сказал ему, — Психология вашего камердинера так превосходна, что я хоть сейчас взял бы его к себе в помощники. Адзет отняли портсигар, делает замяли, пощадив карьеру молодого человека, запутавшегося неудачной карточной игрой, следствием чего и была кража портсигара. И уж, конечно, в руке, мадемуазель, новой, ему отказали. Жена и муж В 80-х годах была изловлена шайка мошенников, промышлявшая в притонах, чрезвычайно успешно и ново, в смысле оригинально задуманной комбинации. К содержательнице притона является утром красивая и эффектная дама и выражает желание поселиться у нее, мотивируя свое желание местью к внезапно покинувшему ее мужу. Хозяйка, разумеется, принимает ее с распростертыми объятиями. Вечером вдруг появляется полицейский офицер. Двое понятых и взволнованный господин, который заявляет полицейскому, чуть не со слезой в голосе. — Она здесь, я знаю. — Тише, успокойтесь, — удерживает его тот. — Она хочет меня скомпрометировать, но я этого не потерплю. На шум выходит хозяйка. Разумеется, перепугана. — Что такое? — Вы скрываете мою жену. Я буду на вас жаловаться, господин полицейский офицер. Потрудитесь составить протокол. — Какую жену? — Марью Николаевну, Энн. С хозяйкой чуть не омарк. Марья Николаевна — это та, которая явилась к ней утром. Возьмите ее ради Бога, не кричите только. Нет, я этого так не оставлю. Прошу составить протокол. Боя скандала, хозяйка умоляет кончить дело миру. Я обещаю, щадо. я срамлян вопит несчастный супруг. Я вам покажу, — грозится он хозяйке, — как сманивает замужних женщин. Я вам покажу. Не волнуйтесь, — говорит ему полицейский. Я с удовольствием составлю протокол, но мне кажется, что это дело лучше покончить миром. Согласен, — вдруг решает обманутый муж. Пятьсот рублей. Идет торговля. На трехстах или около того сходится, хозяйка дает деньги и отпускает жену. Жена уходит понурая, в слезах муж ее упрекает в вероломстве, полицейский уговаривает их помириться, и с этим все удаляются, эффект получается полный. Нужно ли пояснить, что и муж, и полицейские поняты были переодеты мошенники, которые подряд несколько дней со стереотипной точностью проделывали эту штуку с различными хозяйками, пока, наконец, их не накрыли на месте преступления? Конец книги.